Всем привет-привет! Сегодня у меня вот такая вот посылочка большая. Я ее получила из питомника, здесь по области по нашей. Но самое главное, Люба, ой, спрашивает, мы сегодня в этом, ну как, откуда она была отправлена, мы ее отправили вчера или позавчера. В общем, смысл в том, что мы сегодня в этом городе были, но из-за того, что в этот питомник мы сами не доедем, отправляют их, ну, в общем, не столь важно. Дошла она за один день, долго собиралась, но дошла за один день. Здесь у меня гортензии, супер-пупер гортензии, смотрите, все упаковано вот так, видно, вот так вот все упаковано. Ой, и они, знаете, какие большие, прям. Видно? Блин, давайте сначала так расставлю, достану. Раз, два. Здесь у меня список. Три, четыре, пять. Пять гортензий. Так. Пять гортензий. Тра-та-та. Та-та-та. Сейчас я вам покажу, что за гортензии. Сейчас я вот так вот сделаю, чтобы без цены было. Вот так вот. Мне без разницы. Я, конечно, могу и цену показать. Давайте я покажу. Пускай будет. Вот так вот. Вдруг кого заинтересует. Вот такая вот у них цена. Была у них скидка, но пока собирали мой заказ, почему-то, ну, и скидка как раз кончилась. Видать, по скидочной цене кончился товар. Так. Сейчас я буду распаковывать, ребятушки. Я такая рада. Смотрите, смотрите, какая прелесть. Чего? Для цветочка, да? Но сам кустик даже. Ёпсель-мопсель, красота-то какая. Это Франц Мельба. Такая вот. Красота. Если хотите, наберите, посмотрите, как она цветет. Так, дубль, не знаю какой. Открываю дальше. Что я сказала? Я сказала, питомник Аннабель, да? Вот, в нем можно... У них можно заказать, там можно посмотреть. У них бывают скидки. У меня Starberry Blossom. Вот какие кустики, конечно, классные. Шикарные кустики. Мне очень понравилось. Я, конечно... Ну, естественно, я сначала как смотрела отзывы, посмотрела, как чего... Вот, и здесь он как бы и близко, и хорошо, но поехать я, естественно, ой, посмотрите, какие на кусты, конечно, это Touch of Pink, правильно я читаю, такие вот, Мишка, вот я Мишку хотела по акции, Мишку, и еще много чего там хотела по акции, естественно, мне не хватило. Пока, видать, много народу хотела по акции, да? Пока я, как сказать, пока до меня очередь дошла, вот так вот. То есть, ну, уже этого не было, этого не было, этого не было. То есть, надо прям ждать акцию сразу и сразу, как говорится, прям не отходя от касс, ванильная фрайс, правильно? Ваниль фрайс. Вот такие вот гортензии. Шикарные. Это шикарнейшие. Сейчас я вам покажу. Шикарнейшие гортензии. Просто. Сейчас я вот так сделаю. Вот они. Просто классные. Сейчас я их дальше распаковываю. Естественно, я сразу с них возьму черенки. Я буду пробовать их почеренковать. Я буду их пробовать размножать, естественно. Потому что
красота необыкновенная, они просто шикарные. Кусты, ой, какие кусты классные. Смотрите, какие кусты шикарные. Неописуемо классно, да? Просто. Еще раз покажу название. А, вот полярный мишка. А я еще какого-то мишку заказывала, не помню. Еще, мне кажется, я какого-то мишку заказывала. Полярный мишка. Так. Старбери Блоссом. Не могу я одной рукой нанести фокус. Так что будет так. Я как могу, так прочитаю. Старбери Блоссом. Так. Это у нас Touch of Pink. Такой вот кустяра. Я прям кустяра. Я прям по-другому сказать не могу. Посмотрите. Прям кустяра. Ванильная. Ваниль фрайс. Прям вообще. Прям, ребята, я в шоке. Я рада. Я рада. За эти деньги прям можно. Фрайс и мельба. Такие прям кусты, прям классные. Слушайте, я прям очень рада. Я очень довольна. Я рекомендую этот питомник. Вообще классно. Классно. Вот как-то так. На этой ноте я, наверное, вам скажу пока-пока. Счастья, здоровья, любви, светлого неба над головой, солнышко в душе, везде. Сейчас лето. Отдыхайте, загорайте. Давайте жить дружно и не болейте. Пока-пока. Я так все быстро сразу пока-пока и все. Все. Целую, обнимаю всех.